Let's go. We can't. Why not? We're waiting for Godot. Ah. В сентябре 1936 года советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн заболел оспой и попал в карантин. В это время он планировал закончить работу над фильмом «Бежен лук», однако, как мы теперь знаем по собственному опыту, в карантине начинаешь делать то, чего иначе, возможно, и не стал бы. Так что Эйзенштейн принялся переписывать сценарий. Все это – болезнь, больница, карантин, картина – отвлекало его внимание, и за суматохой Эйзенштейн пропустил одно очень любопытное письмо, которое прислал ему молодой ирландец из Парижа, искавший в этот момент свое предназначение. Ирландец этот был сперва преподавателем, но преподавателя из него не вышло. Он признавался другу: «Мои лекции – это пародия и гротеск». Потом пытался писать стихи и прозу, но и тут на одну публикацию десятки отказов. И вот, когда ирландцу исполнилось 30, он написал письмо Эйзенштейну и попросил принять его на учебу в Государственный институт кинематографии Советского Союза. Этим ирландцем был будущий лауреат Нобелевской премии по литературе Сэмюэл Беккет. В Советский Союз он так никогда и не приехал. С вами литературно выжидающий канал Армен и Фёдор. И сегодня мы говорим о произведении, которое часто называют самой влиятельной пьесой 20 века. Речь пойдет про «В ожидании Годо» Сэмюэла Беккета. Если не считать того, что в 1936-м Беккет безуспешно пытался переехать в южноафриканский Кейптаун и параллельно с этим поступить на учебу к Эйзенштейну в Советский Союз, то это был не самый плохой для него год. Например, он закончил работу над своим первым романом «Мёрфи», который, правда, впоследствии получил 42 отказа издателей подряд. Вообще, биография Беккета – это самостоятельное произведение некоего весьма экспрессивного рода искусства. Это эмиграция и смена языка. Беккет писал сначала на английском, а потом перешел на французский. Это дружба с Джойсом и участие во французском сопротивлении в годы Второй мировой войны. Это буквально нищенское существование. В 40-м году Беккет с женой, как ирландские подданные, получают в Париже продуктовые карточки на 350 грамм хлеба в день, 360 грамм мяса в неделю и 140 грамм сыра в месяц. И это всемирная прижизненная слава величайшего абсурдиста своего времени. Словом, жизнь Беккета – это в некотором роде иллюстрация старого сюжета, который так любил крестный отец нашего канала, греческий поэт Константинос Кавафис. Сюжета о проигравшем, который становится победителем. И все творчество Беккета, безусловно, можно прочитывать через призму этой удивительной биографии. Однако сам он, уже познавший славу, скажет: «Под микроскопом можно рассматривать мои произведения, но не детали моей жизни». А потому я предлагаю оставить эту удивительную жизнь в стороне и переместиться в декорации его самой прославленной книги – на проселочную дорогу, где ничего не происходит. Мне представляется, что для разговора про «В ожидании Годо» лучше всего подойдет бинарная, как выразились бы наши братья-структуралисты, оппозиция – формы и содержание. Так что сперва мы поговорим о том, как и из чего сделана эта пьеса, а потом попробуем разобраться, каким образом это можно понимать или трактовать. Итак, на первый, исключительно внешний взгляд, «В ожидании Годо» — это два акта бессмысленных и разорванных на фрагменты диалогов, нарушенная коммуникация между персонажами, отсутствие какого-либо вменяемого действия, оно как будто заменено набором случайных событий. Это нарушение большинства принципов классической драматургии, в конце концов. Здесь нет протагониста и антагониста, нет арки персонажа, точки невозврата. Словом, чего не хватишься, ничего нет. Зато есть Владимир и Эстрагон. Двое друзей или приятелей. Старых то ли бродяг, то ли бывших комедиантов, которые стоят на проселочной дороге и ждут Годо. Мы почти ничего не знаем ни о них самих, ни о Годо, ни о том, зачем и почему они его ждут. В какой-то момент на сцене появляются еще два персонажа – Поццо и Лакке, хозяин и слуга. Сам Беккет про них однажды скажет: «Они
просто прием, чтобы не было скучно. Наконец, в конце приходит мальчик, который говорит, что Годо сегодня не придет, но наверняка придет завтра. Так проходит первый акт пьесы, и примерно все то же самое, с небольшими изменениями, повторяется во втором. Вот, собственно, и все, что можно увидеть здесь разоруженным глазом. Еще за полтора десятилетия до написания этой пьесы, в рамках своей недолгой и бесславной карьеры преподавателя литературы, Беккет так говорил студентам о Бальзаке. «Последовательность и логичность – это черты хлороморфного мира Бальзака, герои которого действуют как механические нарезки под наркозом, ибо автор уверен, что они окажутся ровно в том месте, куда он их поставит». Беккет не такой. Он, если хотите, анти-Бальзак, поскольку его проза аккуратно избавляется от этих двух прегрешений – последовательности и логичности. Смотрите, что он проделывает. Классическое линейное построение драмы – завязка, развитие действия, кульминация и развязка. Он заменяет на замкнутую кольцевую композицию. Если сюжет – это мост между началом и концом, то Беккет сжигает мосты, потому что в его пьесе начало неотличимо от конца. Те же герои на том же месте и в том же статусе. Ни перемены, ни потери, ни обретения. Сюжет Беккета – это не мост, соединяющий два берега, это колесо обозрения, которое стоит посреди пустыни. Последовательность и логичность у Беккета ломаются не только на вот этом структурном уровне организации нарратива, но и в частностях. Скажем, в пьесе встречается множество реплик, которые не то что не следуют из логики разговора, но прямо ее нарушают. Например, в таком диалоге. «Чудесный вечер. Незабываемый. И он еще не кончился?» «По-видимому, нет. Он только-только начался. Это ужасно». Смотрите, и вечер чудесный, и конца ему не видно, но почему-то это ужасно. Однако обратите внимание, что вот это противопоставление, это самое «но» появляется уже в нашей речи. В закольцованной вселенной Беккета здесь нет никакого «но», и это один из очень важных ключей к пониманию его пьесы. Любые последовательности здесь случайны. Беккет потом признавался: единственное, что объединяет происходящее в тексте, так это непреднамеренные связки. В пространстве этой пьесы и вечер чудесный, и это ужасно. Потому что привычные закономерности здесь не работают. Словом, как говорит в начале первого акта Эстрагон, отличное местечко, вдохновляющие перспективы. Уйдем отсюда. Charming spot. Inspiring prospects. Let's go. We can't. Why not? We're waiting for Godot. Oh, yes. Другой инструмент, который Беккет использует, чтобы разрушить последовательность и логичность, это обилие вопросов, остающихся без ответа. Вопрос в драматургии часто работает как подача в теннисе, чтобы ввести мяч в игру, начать некий розыгрыш. Однако произведение Беккета – это партия в теннис, которая проходит по правилам метания ядра. В этой небольшой пьесе более 600 вопросительных реплик, и значительная часть из них – это вопросы, которые остаются без какого-либо ответа. Это мячики, которые раз за разом улетают за пределы корта, либо просто игнорируются партнером по игре. По этой же причине в пьесе такое чудовищное количество повторений. Одни и те же фразы звучат снова и снова, подчеркивая вот этот цикличный характер повествования, где последовательность и логичность Бальзака вывернуты наизнанку, где дорога, символ движения, воплощена остановкой, а самые основные элементы любой драмы, действие и речь, постоянно заменяются бездействием и молчанием. Лингвистический анализ «В ожидании Годо» показывает, что silence, молчание, это наиболее часто используемое в тексте слово. Оно встречается 118 раз. Но даже когда герои не молчат, когда они что-то декларируют или обещают, это вовсе не означает, что они что-то сделают, потому что в парализованной вселенной Беккета обещать не значит решиться. В этом тексте масса блестящих образчиков вот этой поломанной последовательности, когда звучит что-то одно, а происходит прямо противоположное. Самый знаменитый, конечно, в конце первого акта, и он же в конце второго. Ну что, пойдем? Пойдем. И герои остаются стоять, пока не опускается занавес. Well, shall we go?
Yes. Let's go. Словом, все это совсем не то, что должно происходить в нормальной пьесе. Подчеркивая вот этот парадоксальный характер драматургии Беккета, французский критик Жан Ануй сказал о нем: «Его пьесы похожи на мюзик-холльный скетч по мыслям Паскаля в исполнении клоунов Фротеллини», что в русской локализации звучало бы как «варьете по мотивам Бердяева в исполнении Никулина и Куклачева». Итак, в ожидании Годо это, если хотите, антипьеса. Собственно, термины «антитеатр» и «антипьеса» впервые и звучат в первой половине 50-х именно в разговорах о Беккете и еще одном великом абсурдисте того времени – Эжене Ионеску. Все это и начинает называться с легкой руки критика Мартина Эслина «театром абсурда». Однако, театр абсурда не означает театра бессмыслицы. Скорее наоборот. Конструкция, которую предложил в своей пьесе Беккет, настолько целостна и лаконична, что анализ этого текста порождает огромное количество разных смыслов. Беккет пишет в ожидании Годо очень сухим, экономным языком, оставляя множество пустот, недосказанностей и пауз. Это вообще его фирменный стиль. Сравнивая себя с Джойсом, он говорил: «Джойс постоянно что-то добавлял. Достаточно посмотреть его гранки, чтобы в этом убедиться. А мой путь – это путь оскудения, обеднения, обнищания текста. И конечная цель пути – отсутствие ненужного». Однако природа, как завещал нам Аристотель, не терпит пустоты. А потому эти капканы из ничего, которые расставлены по текстам Беккета, должны быть чем-то заполнены. И это подводит нас, как вы, наверное, уже догадались, ко второй части разговора про «В ожидании Годо», к разговору о том, какие смыслы наполняют вот этот вакуум Сэмюэла Беккета. Здесь возникает известное затруднение. Согласно теоретической школе рецептивной эстетики, ее английское название, на мой взгляд, гораздо проще и понятнее – Reader Response Theory, то есть теория читательского отклика. Так вот, согласно этой школе, литературное произведение не обладает неким имманентным смыслом, то есть таким, который был бы присущ самой его природе. Нет, смысл, согласно этой теории, создается читателем. То есть читатель конструирует смысл произведения в процессе чтения. Один из теоретиков этой школы, Вольфганг Изер, предложил интересную модель, в которой текст на самом деле состоит не из букв, не из вот этих черных точек на белом листе, но из пробелов между словами и предложениями. И смысл любого текста зависит от того, как и чем читатель заполнит эти пробелы. Однако смотрите, для того, чтобы предложить множество различных прочтений, например, басен Крылова, нужна весьма богатая фантазия. Нет. Конечно, читатель-структуралист может увидеть в басне о Ларчике бинарную оппозицию открытого и закрытого, которая говорит о глубинных противоречиях жизни. Но все-таки Ларчик просто открывался. И когда текст объясняет сам себя, то в нем остается не так много пробелов, которые вы могли бы заполнить. Но вот в чем штука. «В ожидании Годо» — это произведение, которое в значительной степени из этих самых пробелов и состоит. А потому его прочтение во многом зависит от той оптики, через которую на него смотришь. Мы ведь по-настоящему не узнаем из этой пьесы почти ничего. Скажем, Годо. Кто он? Чем он занимается? Как он выглядит? В одном из эпизодов Владимир спрашивает мальчика, какого цвета у него борода, светлая или темная? «Она седая», — отвечает мальчик. Значит ли это, что Годо — это метафора некого срединного начала, не светлого, но и не темного? Или это просто указание на то, что он стар? Или это гротескный портрет христианского бога? А возможно, никакого Годо вообще нет, и он просто созвездие Большой Медведицы, которое Владимир и Эстрагон тщетно высматривают каждый день на своем пригорке, но вот только ждут они в южном полушарии, а Большая Медведица посещает северное. Впрочем, это последнее предположение опирается не столько на текст, сколько на множественность пробелов, которую каждый заполняет в меру своей восторженности. Ну хорошо, допустим, мы будем строго отталкиваться от текста. Однако и в этом случае никакой ясности нам все равно не добиться. Смотрите,
Пьеса Беккета вполне может быть истолкована, например, с христианских позиций, поскольку христианских аллюзий в ней очень много. Во-первых, конечно, само ожидание появления Годо сравнивается с ожиданием пришествия Христа. Во-вторых, эстрагон. Фигура христологическая, эдакий юродивый, который спит во враге, ходит босиком и прямо соотносит себя с Христом. «Всю свою жизнь я сравнивал себя с ним», — говорит он. В-третьих, один из первых связанных диалогов между Владимиром и эстрагоном — это разговор о двух разбойниках, которые были казнены вместе с Христом. И Владимира очень занимает этот предмет. Он задается вопросом, почему только один из четырех евангелистов пишет о том, что один из разбойников был спасен. Словом, все это складывается в весьма стройную трактовку. В ожидании Годо — это христианская мистерия, где Годо — это бог, а Владимир и эстрагон — разбойники, которые были казнены одновременно с Христом. Примерно с тем же успехом в ожидании Годо можно трактовать с исторических позиций. В отношениях Поццо и Лакки легко увидеть аллюзию на Холокост и преследование евреев в годы Второй мировой. Властелин Поццо держит носильщика Лакки в полном повиновении, собирается продать его на ярмарке, но сразу оговаривается, таких лучше всего было бы убивать. А когда Владимир возмущается этим отношением, то он повторяет вопрос «Вы хотите от него избавиться?» 5 раз подряд. Ни одно другое предложение не повторяется в тексте так часто, и если в первый раз «Вы хотите от него избавиться?» звучит как удивление, то к 5-му это уже истошный крик человека, который понимает, как Поццо собирается избавляться от Лакки. Но еще интереснее то, что Поццо на это отвечает. Что же, каждому свое. Слова, которые были написаны над входом в концлагерь Бухенвальд. Далее. Возможно, вы удивитесь, но нечто похожее можно проделать даже с психоаналитическим толкованием этой пьесы, и не потому, что с позиции психоанализа можно истолковать все, кроме самого психоанализа, а при наличии двух психоанализов истолковать вообще все, но потому, что для такой трактовки в тексте есть весьма веские основания. Смотрите. Годо в этом прочтении – фигура символического отца, который олицетворяет закон. А появление Поццо во втором акте наводит на параллели с мифом об Эдипе, столь важным в психоанализе Фрейда. Поскольку Поццо, как и Эдип, слепнет. Смотрите, что получается. В первом акте Поццо бунтует против отца, то есть против Годо. Не признает его власти, говорит, что это его земля, и он знать не знает никакого Годо, и даже коверкает его имя. Годе, Годо, Года. Поццо, как Эдип, ощущает себя властелином, он правит своей колесницей судьбы, но во втором акте все переворачивается. Бунт против отца заканчивается ослеплением, символической кастрацией, разумеется. И теперь уже сам Поццо идет на привязи, ослепший и потерявший свое могущество. Причем, во-первых, эта встреча, как и встреча Эдипа со своим неузнанным отцом Лаем, происходит на проезжей дороге, а во-вторых, Поццо прямо говорит «В один из дней я проснулся слепой, как Фортуна», что является еще одной отсылкой к мифу об Эдипе, потому что Фортуна – античная богиня судьбы, а Рок – один из ключевых понятий в мифе об Эдипе. И надо сказать, что это еще далеко не все аргументы в пользу этих и многих других трактовок пьесы «В ожидании Годо». Из этого можно сделать 2 прямо противоположных вывода. Кто-то может сказать, что раз в этой пьесе такое количество пробелов, что каждый волен заполнять их по своему вкусу, то это значит, что никаких смыслов здесь нет. И в своем роде это будет справедливо, потому что «В ожидании Годо» действительно произведение о девальвации каких-либо смыслов. Однако от нас вы такого вывода точно не услышите. Армен и Федор – это антипостструктуралистский канал. Релятивизм Гамлета сами по себе вещи не бывают ни хорошими, ни дурными, а только в нашей оценке. Бесконечно нам чужд. И в конце концов мы хотим напомнить, что Гамлет говорил это, когда прикидывался сумасшедшим. Нет, мы для такого слишком наивны. Мы верим в герменевтику, доказательную медицину и универсальные ценности. Более того, мы даже верим в то, что у текста как такового есть смыслы, которые составляют его ядро или, если хотите, стержень, вокруг которого уже можно устраивать любые танцы со звездами по Юнгу, подсознательные переговоры по Фрейду или классовые гонки по Марксу. И в этом смысле в ожидании Годо, как луковица, кто ее раздевает –
тот слезки проливает. Потому что по мере того, как ты слой за слоем снимаешь с нее все эти бесчисленные трактовки и приближаешься к ядру, тем меньше остается надежды. В ожидании Годо – это история о человеке перед зеркалом небытия. Это самая точная метафора его беспомощности и беззащитности перед гримасой судьбы, в каком бы виде она ни представала – власти, слепоты или смерти. Эта пьеса намеренно стремится к обездвиживанию и молчанию, выталкивает из себя все, что наполнило бы ее хоть каким-то живительным смыслом, надеждой, действием, внятным разговором. Потому что их место занимают те ощущения, которые в этом постапокалиптическом мире создает Беккет. Ощущение пустоты, потерянности и покинутости. Вечно одинокий человек, заброшен на дорогу жизни в ожидании смерти. И глядя на этого жалкого, покинутого и беспомощного человека, Беккет задается важнейшим для себя вопросом. Если искусство равно силе, творчеству, личности и форме, а человек равен немощи, иллюзиям, хаосу и никчемности, то как же объединить их? И все, что Беккет напишет, будет в сущности поиском ответа, поиском того главного слова, которое бы заполнило многочисленные пустоты его текстов и смогло бы связать человека и искусство. И этим достающим звеном неожиданно становится сострадание. Беккет оказывается не циником, и это еще одно его фундаментальное отличие от Джойса, потому что под тканью иронии и сарказма его текстов скрывается не безразличие, но боль. Беккет смеется над человеком, но прежде всего над самим собой. Беккет презирает человека, но сочувствует ему. Человек Беккета всегда жалок, но он всегда достоин жалости. И когда в 69 году Беккету будут присуждать Нобелевскую премию, то комитет сформулирует это, пожалуй, точнее всех. За новаторские произведения в прозе и драматургии, в которых трагизм современного человека становится его триумфом. Глубинный пессимизм Беккета содержит в себе такую любовь к человечеству, которая лишь возрастает по мере углубления в бездну мерзости и отчаяния. И когда отчаяние кажется безграничным, выясняется, что сострадание не имеет границ. Меня зовут Армен Захарян. Это литературный канал «Армен и Фёдор». До следующей встречи.